Россия могла пережить без и позора годины. Китайской земле на дальних равнинах Востока остались и тысячи наших лежать по воле несчастного рока. И в сердце теперь осталась надежда на призу, сознание, что мы умираем за Русь, за веру царя и отчизну. Пережили бездну великого горя, слезы невольно бегут из очей, как волны далекого моря. Рыдают отцы, матери, дети, вдовицы, а там далеко на маньчжурских полях белеют кресты и гробницы. Мир вашей душе, народные наши вети, последний прощальный привет от горестной скорбной.